спецтех. Белые майки, гетры белые. Начинаем с вратарей. Первый номер Ефима Черкасова, сезон 33. Вот такие составы играющих команд. Ну а сейчас еще персонажи. Аут, который близок к головой отметке. Удар по воротам. Удар Самойловой. Еще один удар. И... очень здорово. Очень здорово. Ирина Родькина разводит вратаря и мяч по разным углам. И вот так наша команда выходит вперед. Галина Возова пытается освободиться. Входит и... и вот, смотрите, какой опасный момент. Ой-ой. И на этот раз Гришина. Удар по воротам. Савроськина. Самойлова. Удар. И еще можно бить. Роськина бьет. Анилова. Удар. И Енина. Ох, попал ей. Шире сыграть. Навозова. И штанга сейчас выручает Москве. 4. И гол. Далеко-далеко Кубрянова посылает. Самойлова нет, не успевает пробить. Стало быть, после первого тайма 1-0. Возобновляется игра, второй тайм матча между Лагуной и его команда. Перепаска отомстила здесь Енина. Данилова, удар. Ох, как здорово сейчас Кубрянова. Навозова и расстрел Гришечкину в последний момент. Енина. Енина смещается. Удар прямо в ворот. Иногда и не сообразишь. Самойлов на Енину. Енина опять смещается. Еще один удар. И Пигуль приходится на Воробей. И далее. Это пол, конечно. Воробей. Так, далее Маргарян. И мяч улетает в сетку. 2-0. И, судя по всему, это автогол Анны Жигулиной. Потому что у Оксаны Маргарян удар-то не получился. Грифоска, удар, и Воробей. Жигулина, еще один удар. И вот сейчас перекладину попадает. Сама с мячом. Но нет, Жигулина отобрала. Удар, еще одна перекладина. И дотерпели. 2-0 в пользу Лагуны Ор. Звучит сирена.